Բարձրաց երկրի հարցը ծրագրին է եթերում։ Սովորաբար հակամարտությունների մասին խոսելիս մենք առերեսվում ենք երկու հիմնական հակադրիչ սկզբունքների հետ՝ տարածքային ամբողջականություն և ազգերի ինքնորոշման իրավունք։ Ինչքան էլ հակադրիչ փորձը ժամանակը տարիները ցույց են տալիս, որ այս երկու սկզբունքներից ավելի զորեղ է գտնվում մարդկանց ինքնորոշվելու իրավունքը։ Եթե այդպես չլիներ, աշխարհի երեսին նոր պետություններ իհայտ չէին գա, իսկ դրանք իհայտ գալիս են։ Բայց այսօր մենք հակամարտությունների մասին չէ, որ խոսելու ենք, այլ ընդամենը 3 տարի առաջ անկախացած նոր պետության և այդ պետությունում ապրող հայ համայնքի մասին ենք խոսելու, խոսքը այս դեպքում Աբխազիայի մասին է։ Երկրի հարցը ծրագրում ես զրուցելու եմ Աբխազիայի հայ համայնքի նախագահ, Աբխազիայի հանրային խորհրդի անդամ Սուրեն Քերսելյանի, Աբխազիայի ազգային հերոս, Աբխազիայի հայ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գալուստ Տրապիզոնյանի և Համշեմ Պոնտոս գիտական կենտրոնի անդամ Վահրամ Թամազյանի հետ։ Բարև ձեզ, բարի եկեք էլ։ Իհարկե Հայաստանը բոլոր հայերի հայրենիքն է, Երևանը բոլոր հայերի մայրաքաղաքն է, ըստ որ բարով եք եկել, բայց կուզենայի նախ սկսենք նրանից, թե այցը մասնավոր է պարզապես Հայաստան-Երևան, թե ինչ որ առաքելությամբ, ինչ որ ծրագրով։ Спасибо за этот вопрос и если позволите, прежде всего я хочу выразить благодарность телеканалу Еркер Медиа за то, что буквально совсем недавно представители телеканала были в Абхазии, в марте месяце снимали фильм. И сегодня этот фильм демонстрируется по телеканалу, и все армяне всего мира имеют возможность смотреть и знакомиться с армянством в Абхазии, с которым, по большей части, они не были знакомы. И, конечно же, за предоставленную возможность сегодня нам пообщаться в этой студии, вместе пообщаться с нашими братьями, которые смотрят этот телеканал. Большое вам спасибо. Что касается нашего приезда сюда, в столицу Армении, Ереван, наш любимый город. И, конечно, это связано, прежде всего, с тем, что в декабре месяце в Республике Абхазия состоялся съезд армянской общины, на котором были, значит, ну, я был избран председателем армянской общины, Галус Парнакович, один из заместителей. И там уже на съезде мы оговаривали три направления деятельности армянской общины Абхазии. Прежде всего, это, конечно, наша деятельность внутри Абхазии, естественно, так как мы являемся гражданами Абхазии, живем там многие годы, и достаточно большая община. И второе, это, конечно, направление Армения и Карабах. И третье, это, конечно, Спюрка. Ну, вот здесь мы сегодня находимся вот как раз по второму нашему направлению, связанное с Арменией и с Карабахом. У нас намечен ряд встреч, и уже некоторые встречи произошли. И я думаю, что мы за вот этот короткий визит будем иметь возможность и в Карабах посетить. И уже на той неделе, конечно, мы уедем. Но вот задача была такова. Приехать в Армению, значит, разговаривать с людьми, которые так или иначе мы связаны. Вы знаете, что в Абхазии 32 армянские школы, государственные школы. Галус Парнакович является директором одной из ведущих наших школ. И, конечно, в связи с этим мы все эти годы, даже тогда, когда Абхазия не была признана, а сейчас, когда она признана, как вы сказали, вот, конечно, эти школы обеспечиваются учебными пособиями, обеспечиваются учебниками. И это один из вопросов, тоже по которому мы сегодня находимся здесь. То есть обеспечение наших школ и получение возможности, значит, нашим детям получить образование на армянском языке. Ժատավ, քանի որ երեք ուղությունների մասին խոսեցիք, նախ հաճելորեն զարմացած եմ, որ Աբխազիայում ապրող հայերը զբաղվում են նաև Հայաստան, Լեռնային Ղարաբաղ և Սփյուռքի խնդիրներով, որովհետև մենք այստեղ մտածում ենք, որ Սփյուռքում, ասենք, նույն Աբխազիայում ենթադրենք, հայերը ինչ խնդիրներ ունեն, Հայաստանը ինչով կարող է օգտակար լինել, Աբխազիայի ներսում հայ համայնքի տերակատարության, նրան ներգրավվածության, նրա խնդիրների մասին ինչ կասեք։ Я хотел бы сказать, что 1994 года я был назначен замминистром образования Абхазии. И с того момента мы начали в первую очередь налаживать отношения Министерства образования и науки Армении. И в связи с тем, что у
у нас было 39 армянских школ, когда я был замминистром. Сегодня у нас 32 армянских школ. 32? Сейчас 32, да. Дело в том, что задача армянской общины, в первую очередь, это сохранение армянских школ. Сохранение своей культуры, обычаи, традиций наших армян. Потому что образование наши дети могут получить на армянском языке только лишь с помощью Армении. Почему? Потому что учебники больше нигде не печатаются на армянском языке. Особенно Айбинаран. Мы когда говорим, что наши дети должны с первого класса изучать Айбинаран, это есть возможность только получить с Армении. И я очень рад и благодарен, что Министерство образования и науки Армении эту программу, миссию выполняет. Мы благодарны за это. И мы имеем сегодня то, что эти школы обучаются на армянском языке. В связи с тем, что из 39 школ, сегодня 32, это школа сельских местностей, которые школы в Абхазии, это государственные школы, финансируют государством. И в связи с тем, что в сельских местах, естественно, уровень жизни в сельских местах сложный, и доступ к школам, естественно, родители хотят детей отдать хорошей школы, базовой школы. И эти учащиеся перешли в базовые школы, и селы опустошили, школы закрываются. Это естественный процесс. В связи с тем, что есть второй момент, который мы, к сожалению, хотим как-то наладить это отношение, то, что у нас школы, в армянских школах обучаются армяне, учащихся 2000 человек, а в русских школах обучаются армяне 8000 учащихся. Нам надо сейчас общими усилиями сделать, чтобы были армянские школы привлекательны. Это за последнее время мы сделали школы более технически оснащены. И они уже, эти базовые школы, где мы можем проводить семинары, можем проводить повышение квалификации учителей. Недавно мы в Абхазии провели впервые за последние 20 лет конференцию, семинар по директорам школ и заучшкол, для того, чтобы посмотреть наши дальнейшие стратегии для сохранения армянских школ. Իսկ ուսուցիչների վերապատրաստում Հայաստանում այդ կարգիպան եղել է երբևէ կամ նախատեսվում է? Вот сегодня наш руководитель армянской общины, эти вопросы мы поднимали, есть понимание, мы это будем делать. Мы это делали, и сейчас будем делать. Но дело в том, что сложности есть, у нас нет прямого связи, потому что единственная связь через Россию. Вот, и отправлять сюда большое количество педагогов на повышение квалификации, это невозможно. В связи с этим надо, чтобы обратная была связь, чтобы отсюда приезжали квалифицированные педагоги, которые могли бы на наших базовых школах проводить семинары по повышению квалификации учителей. В этом направлении мы сегодня уже об этом говорили. Об этом мы сегодня говорили. Я думаю, что мы нашли взаимопонимание, нашли подходы к решению этих вопросов. Это очень насущный вопрос, потому что повышение квалификации педагогов – это один из тех краеугольных камней, из-за которых повышается уровень образовательных школ, наших школ. Если мы будем поднимать престиж армянской школы в Абхазии тем, что наши учителя проходят повышение квалификации, и уровень их, тогда, конечно, и люди будут отдавать своих детей в армянской школе. Հայապահպանության թիվ 1 խնդիրն է, իհարկե դպրոցը, բայց որտեղ կա հայկական համայնք, անպայման դպրոց եւ անպայման նաեւ եկեղեցի, հոգեոր կյանքի կազմակերպման ինչ հնարավորություններ կան։ Մենք այս տարի արդեն շնորհիվ Գալուստ Տրապիզոնյանի եւ մի քանի մեր հայրենակիցների, որոնց շնորհիվ արդեն հայկական եկեղեցի գոյություն ունի Գագրայում, մինչ այս չկար, բայց այն համատեքստում, թե դպրոցները ինչպիսի կյանք են այնտեղ վարում, պետք է նաև նշեմ, որ անցած եւ նախանցած տարի հայոց պատմության մրցաշար է անցկացվել, հայոց պատմության մեր հայկական դպրոցների միջև, բացի այդ հայկական համայնքը Աբխազիայի պետության իշխանության աջակցությամբ բարեբերաբար այդպիսի մրցաշարեր եւ մշակութային միջոցառումներ են անցկացնում։ Այդ մասով կարելի է նաև նշել այս տարի շախմատի մրցույթ է անցկացվել,
մեր հայ շախմատիստների միջև, որը նաև հայապահպանության խնդիրն է լուծվում այդքանով, մի մասով գոնե։ Իհարկե, պետք է նաև նշել, որ Արցախի և Մանավանդ Հայաստանի Հանրապետության աջակցությունը բավականաչափ զգալի է և այնտեղ այդ կարիքը զգացվում է, որտև հիմնականում Ռուսաստանի հայկական համայնքների կողմից է աջակցությունը լինում, բայց Արցախի և Հայաստանի Հանրապետության աջակցությունը դեռևս այդքան էլ բավարար չէ։ Աջակցություն ասելով ինչ նկատում եք, ինչ աջակցություն կարող է ակնկալել լինել Հայաստանից։ Դե պետք է այս համատեքստում նկատել, որ նոր սերունդը, որը որ Աբխազիայի պատերազմից հետո արդեն 17-17 տարեկան երեխաներ են, դեռևս չեն եղել Հայաստանում և ընդհանրապես Հայաստանի մասին շատ քիչ պատկերացում ունեն։ Միգուցե շնորհիվ այս Սպուտնիկային այս հեռուստատեսության նրանք սկսեցին որոշ չափով տեղեկանալ, թե Հայաստանում իրադարձությունները ինչպես են ընթանում և ինչպես են ընդհանրապես Հայաստանը, ոչ միայն այստեղից եկող լուրերով, այսինքն մարդիկ, որոնք գնում են այնտեղ աշխատելու, այլ ուղղակի ինֆորմացիա են ստանում հեռուստատեսությունից։ Նաև այդ երեխաների, երիտասարդների Հայաստան գալու ցանկությունը կա, հա։ Իհարկե, խոսքը ինձ դրա մասին է, այո։ Մեր սկզբի նախարարությունը այդպեսի ծրագիր է անում։ Хочу сказать, что соглашаюсь с Владимиром, потому что за последние годы появилась возможность в Абхазии смотреть 5 каналов армянских, в том числе и Еркермедиа. И, конечно, это очень сильно подхлестнуло интерес нашей молодежи, вообще к Армении. Вот. И в прошлом году мы уже отправляли в Армению 10 наших детей по программе «Аритун». Вот. И это дало настоящий всплеск. Вот. В Абхазии, в молодежной среде. И сегодня или завтра мы будем встречаться, значит, в министерстве по СПЮРКу. И там хотим задать вопрос о том, чтобы нам увеличили квоту. Потому что очень много желающих сегодня, молодых, посетить Армению по этой программе, посмотреть, воочию увидеть свою историческую родину. Потому что вот это все как бы пробило эту брешь, какую-то информационную, появление в этих спутниковых каналах. И вот то, что наши дети поехали, познакомились, они сейчас этом все рассказывают. Восторженные отклики. И мало того, вот 10, там были значит, дети, 10 человек, были и старшие дети, но там было только 7 учащихся школ. И уже в этом году трое из этих 7 приезжают в Армению поступать в высшие учебные заведения. А, есть как раз эти страны и калис. Դպրոց լավ, բայց նաև բուհական կրթություն, ասենք, մինչ այս եղել է կամ նախատեսվում է համագործակցություն կամ ինչ-որ պայմաններ Աբխազիայի երիտասարդներին Երևանում, Հայաստանում բարձրագույն կրթություն ստանալու։ Да, это вообще-то дело в том, что действительно вот в прошлом году вот эта программа «Аритон», я привозил 10 детей. Интерес наших выпускников вот после этого, да, поступление в высшие учебные заведения, конечно, есть. В связи с тем, что в этом году в Армении нет выпускных экзаменов, мы в этом направлении будем работать, чтобы побольше наших детей поступали. Но дело в том, что не все хотят поступать в педагогические вузы, потому что там поступать есть и намного легче, чем остальных вузов. Понимаете, в чем дело? Нам нужны в Абхазии и квалифицированные медики, юристы, экономисты, потому что все-таки живут достаточное количество армян. И нам нужны специалисты именно по этой части, потому что когда нам говорят, представляйте специалистов для разных сфер, это будет в экономике, это будет в политике, это где будет. И мы должны представлять своих лучших специалистов для того, чтобы сказать, что армяне представлены во всех структурах власти. Вот. И я думаю, что Министерство Диаспора сейчас делает много программ по молодежной политике, по студентам, по вот этим вопросам. Это даст большой импульс для того, чтобы наши, как мы сказали, молодежь посещала в Армении историческую родину. Лав, одна из задач, конечно, армянской общины, именно вот эта наша молодежная, так называемая программа, потому что сегодня те люди, которые задействованы, скажем, в государственных структурах, коммерческих структурах и во всех остальных видах жизнедеятельности Абхазии, конечно, это все-таки вот наше поколение, старшее поколение, и нам на смену должны прийти
должна прийти молодежь. Эта молодежь должна быть образована, должна быть грамотна для того, чтобы достойно представлять свой народ своей стране. Вот поэтому это основное направление нашей деятельности. Իսկ այսօրվա պայմաններում այդ կառավարման համակարգերում ձեր ներկայացվածությունը լինի եւ խորհրդարան եւ տեղական խորհուրդներ գոհացնող մակարդակ ունի։ Сколько нас там, да? Ну, значит, в парламенте Абхазии 3 депутата, один из которых вице-спикер. Они сказали вице-спикер. В общественной палате тоже 3 представителя. В общественной палате. Кроме того, у нас 4 заместителя министров. У нас есть начальник госстандарта. Мы достаточно хорошо представлены. Значит, в городских районных собраниях. Галас Парнакович еще и депутат городского районного собрания. Значит. То есть там порядка 20, более 20 депутатов городских и районных собраний. То есть мы достаточно, я не могу сказать, что нас это в полной мере устраивает. Мы хотели бы еще большего представительства, но учитывая вот все эти факторы, которые, да, и поствоенные ситуации, и все, сегодня мы все-таки во всех структурах власти, в том числе и в судебной власти, у нас газета выпускается своя, газета «Хамшин», на армянском и русском языке газета «Хамшин» выпускается. У нас есть союз армянских писателей Абхазии, которым уже более 50 лет. И членами этого союза были члены союза писателей Советского Союза. Сегодня возглавляет его Ардава Сарицян, он же редактор нашей газеты. То есть мы, Галас Парнакович сказал, мы в участии недавно буквально провели фестиваль армянской музыки, республиканский фестиваль. Со всех регионов Абхазии были представлены и были гости с России. То есть мы постоянно эти работы ведем. Ուրեմն ծերունդն էլ պետք է պատրաստել ծես փոխարինով. Конечно, конечно. Համշեն Պոնտոս գիտական կենտրոն, ենթադրում եմ համշենցիների խնդիրներով է, հա, ուսումնասիրում։ Համշենցիները հիմնական տեղակայված են եւ Աբխազիայում եւ հարավային Ռուսաստանում, այսինքն Կրասնադարի երկրամասում, եւ խնդիրները, որոնք հիմնականում վերաբերում են համշենցիներին, դա նաեւ իր մեջ ներառում է այս մեր գիտական կենտրոնում, եւ գիտական կենտրոնը հենց հիմնականում զբաղվում է այդ խնդիրներով։ Արդեն թողարկել ենք 3-րդ համարը եւ ունի գիտական կենտրոնը թողարկում է ամսագիր, այո, որոնք 4-րդ համար արդեն պատրաստում ենք տպագրել, այդ համարներից 3-ը արդեն մեր Հայաստանի Հանրապետության Ակադեմիայում գոյություն ունի, այսպես աշխատում ենք։ Ну, ես եթե կարելի ավելացնեմ, մանավանդ համշենցիների, համշենահայերի ներկայությունը Աբխազիայի իշխանական թևերում ավելի ակնառու է դառնում այն դեպքում, երբ որ համատում ենք ազգային փոքրամասնություններ տարբեր երկրներում, մանավանդ մեր հարևան երկրում, որը աշխատի։ Ես չգիտեմ, զարմացա, որ ասեց, մենք առանձնապես չենք ասում, որ դա շատ է, բայց ոչ թվում է, ես գացի, որ շատ է լավ է։ Հիմնականում համատության մեջ ակնառու է դառնում մեր հարևան երկրի հետ, որը անդադ շեշտում է, որ ազգային փոքրամասնություն իր երկրում կա, խոսքը վերաբերում է իհարկե մեզ հայերիս, բայց այնուամենայնիվ տեսնում ենք, որ խտրականությունը հիմնականում այդ երկրում է, քան թե այն երկրում, որը որ անկախություն է ձեռք բերել, իսկ այդ անկախության մեջ նաև անկախության այս 3 բան ունեիք, вот мы здесь сегодня вдвоём как бы с Галустом Парнаковичем представляем армянскую общину Абхазии, но кроме этого ещё есть 2 заместителя, один из которых является вице-спикером парламента Абхазии, Сергей Матасян, тоже герой Абхазии. Вот он один из заместителей. Галас Парнакович, просто направление Карабах, Армения для него очень известно. Он в этом плане заявляет заместителем. И еще Хачик Минасян, который осуществляет связь Краснодарским краем, скажем так, Гагра. Вот. Поэтому, чего? Խոսեցիք, որ արդեն 3 տարի է անկախություն, 3 տարվա ընթացքում ի՞նչ փոփոխություններ եք տեսել, ի՞նչ է փոխվել ձեր կյանքում։ Այդ հարցերը թե ավելի լավ կլինի ընկեր Գալուստը պատասխանի, որպես հերոս ազգային, պատերազմին մասնակցած, եւ ինձ թվում է ավելի լավ այդ։ Ну, конечно, сегодня Абхазия уже другая Абхазия, это уже признанная Абхазия. И сразу можно сказать, что большие изменения есть. В сфере экономической деятельности сегодня Абхазия, я думаю, что в преддверии Олимпиады у нас на данном этапе очень много восстановления курортной сферы, потому что бюджетообразующая сфера будет курортная.
И потому я как являюсь владельцем одного из курортных комплексов. И то заявки, которые сегодня есть, мы получаем заявки туристических фирм, то говорит о том, что в этом году будет очень много туристов в Абхазии. И это важно, потому что трудоустройство населения связано с этим, что у нас курортный сезон длится 4 месяца. Вот за 4 месяца люди зарабатывают деньги для того, чтобы целый год могли свои семьи содержать. В этом отношении у нас сейчас восстанавливается железная дорога полностью. Восстановление железных дорог, объездных коммуникаций. Вот Гагра сейчас восстанавливается полностью, водоснабжение, восстанавливается электрокоммуникации. И буквально, вот эти два года выделена большая сумма денег для восстановления Абхазии, экономики Абхазии. Есть целенаправленная программа, которой тоже выделяется финансирование. И сейчас, после признания Абхазии, конечно, я думаю, что люди по-другому начали воспринимать и по-другому, и уровень жизни поднялся в Абхазии. Если можно, я тоже добавлю два слова по этому поводу. Потому что, знаете, самое главное, что дало признание для Республики Абхазия, кроме всего прочего, что сказал Галаус Парнакович, самое главное, это дало гражданам Абхазии любой национальности уверенность в завтрашнем дне, уверенность в невозобновлении военных действий со стороны Грузии. И, конечно, вот эта уверенность в свободной, значит, жизни, конечно, подхлестывает все население заниматься активно и экономическими делами, и творчеством заниматься, и всеми остальными другими разговорами. Вот это самое главное достижение признания, я кажется, в этом, потому что люди перестали бояться. Люди сегодня могут спокойно спать, зная, что границы защищены, морские границы защищены, а Абхазия сегодня могут спокойно заниматься своим созидательным трудом. Հետլավ, նախ էլի ասեմ, պարով եք եկել, էլի ասեմ շնորհակալություն արդեն մեր հրավերն ընդունելու համար, այս զրույցի համար. Վերջին շրջանում ես առնչվում եմ համշենցիների հետ աշխատանքի բերումով, բոլորովին վերջերս այս տաղավարում իմ հյուրը էլի համշենցի էր Թուրքիայից, Իսմետ Շահինը. Եվ մեր զրույցի սկզում, ճիշտն ասած, ես մտածում էի, թե ինչպես են խոսելու, ես մեր հայերենով, դուք համշենա հայերենով եւ ոնց են հասկանալու, բայց փառք Աստծո, ամեն ինչ նորմալ է։ Եվ վերջում, եթե մեզ նայում են ամբողջ աշխարհում, եթե ու նաեւ տարբեր համշենցիներ, այնպես որ եթե համշենելենով ինչ որ բան կուզենաք փոխանցել, համեցեք։ Ну, если можно, я хотел бы просто ещё раз поблагодарить, потому что недавно у нас представлен Эчмиадзина Терсетрак, который буквально за короткие 2 месяца показал себя действительно человек духовный. Человек приехал, который служить церкви, служить народу приходскому. И мы очень много делами помогаем для того, чтобы действительно в Абхазии армянская церковь были прихожане. Это единственная армянская церковь. Я хотел бы поблагодарить Министерство образования, отдел диаспоры, Министерство диаспоры, потому что если бы они не будут поддерживать, то, конечно, связь с Арменией, это будет такой, который каждый соотечественник хочет иметь со своей исторической родиной связь. То, что сейчас в последнее время мы имеем возможность смотреть по телевидению, это очень хорошо. Но еще надо прямой связи. За это хотел бы поблагодарить. Конечно, мы в Абхазии говорим на своем амшенском языке, на своем диалекте, да. Вот. И есть кузымур Алай Хайка Амбош Ашхарин Ирар Лесейна Харгейна Хасканейна Хайреника Мир Хаястана, Минкузинкур Ли Ужех. Ինչքան որ ուժեղ լի, այնքան մենք մի դերը ոյդը խոր գաբրին կալահայիկս աշխարին, մեզի լավ զգոնքու, այն մար ես կուզում ձեզի հասուս շատ շնորհակալենք։ Շնորհակալություն։ Այսքանը երկրի հարցի ծրագիրներ եթերում ես զրուցում էի
Աբխազիայի հայ համայնքի նախագահ, Աբխազիայի հանրային խորհրդի անդամ Սուրեն Քերսելյանի, Աբխազիայի ազգային հերոս, Աբխազիայի հայ համայնքի ղեկավարի տեղակալ Գալուս Տրապիզոնյանի և Համշեն Պոնտոս գիտական կենտրոնի անդամ Վահրամ Թամազյանի հետ։ Լավ մնացեք։